Сегодня банный день для жителей Парижской коммуны и соседних улиц. Завершен ремонт муниципальной помывочной номер 5. Фасад облицован, полы, стены, потолок внутри помещения покрашены. В этом году впервые на ремонт городских бань, их в областном центре 5, выделено 19 миллионов рублей. Ежемесячно только эту баню посещает 8 тысяч человек. Ажиотаж. Город, в отличие от других областных центров, которые нас окружают, пока держит достаточно низкую стоимость, относительно низкую стоимость на услуги помывочных отделений. Практически у наших соседей, например, в Ярославле в два раза дороже стоит одна помывка, выходной и будничный день. Мы все же считаем то, что баня является важным социальным фактором. Цена чистоты 140 рублей, для пенсионеров и детей 90 рублей. Руководство рекомендует записываться по телефону, чтобы не сидеть в очередях. Обслуживание бань в год обходится бюджету муниципалитета примерно в 10 миллионов рублей. Строительство газовой котельной существенно уменьшило бы издержки. Вопрос сейчас на стадии проработки. Проектно-сметную документацию за 980 тысяч уже решено сделать. Дело пары лет, и баня перейдет на голубое топливо. Газификация данного объекта приведет к снижению себестоимости помывок именно на этом объекте порядка в два раза, как минимум в два раза. Потому что в настоящий момент баня снабжается централизованно горячим водоснабжением и отоплением, а в настоящий момент отопление и водоснабжение горячее централизованное очень дорогое. Эта баня единственная в городе, в которой нельзя пользоваться вениками. Канализация района не справляется. Проблем у остальных городских помывочных тоже много. Третью и седьмую запланировано ремонтировать в следующем году. Подтекают крыши, и внешний вид помещений значительно устарел. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.